Так, друзья, привет всем. Продолжаем. Здесь у нас PGK. Так, это, наверное, скорее всего, последний PGK, который, в принципе, был в чистом виде. Не знаю, будет, не будет. Ну, короче, на данный момент, вот даже на выходе этого видео, его уже нет. Там есть несколько упаковок в ламинате, чистогана нет. Так, смотрите, значит, здесь две модели ножа. Вот так вот, наверное, раз. И вот так вот, наверное, два, да? Все здесь стандартный вариант исполнения. То есть это абсолютно любой из этих ножей, это стандарт. Так, ну давайте вот с этих, наверное, быстро покажу. Ножны вот такие, жесткий подвес. Ножны вот такие, тоже жесткий подвес. Вот такие вот, тоже жесткий подвес. Зелененькие с жестким подвесом. И вот такие вот тоже с жестким подвесом. Наверное, один за другим я вам сейчас покажу. Так, вот. Желтый ясень. PGK. Заточенный. Ну, особо что тут рассказывать. В принципе, и так понятно, да? Вот. Это первый. Второй, значит, идет зеленые ножны, такая сине-зеленая рукоять с коричневым оттенком. PGK. Прямые спуски. Так, тут линза, тут прямые спуски. Так, готов. Второй. Так, тут идет кожа-восковка. Здесь идет тоже жесткий подвес. Здесь у нас идет орех. Орех на рукояти. Вот такая вот гарда. Тоже прямые спуски. Естественно, заточены. Ну, стандартная модель, про нее особо уже что тут рассказывать. Ее многие знают, ее многие видели. Так, вот такой комплект ножен. Вот такой вот ясень своеобразный. Тоже PGK, патинированный больстер гарда, точнее. Спуски прямые. Заточен. И вот такая эта же модель ножа. Тут шпальт бука. Спуски прямые. Очень залипательное занятие. Так, спуски прямые, нож заточенный. Вот так вот. Так, это PGK. Вот на такую модель у меня, по-моему, 2-3 заготовки вот на ноябрь месяц есть еще. Вот. Так, дальше у нас пошли как бы классические варианты. Вот такие вот ножны. То есть это как бы все считается, ну, это стеснением, это тоже стеснением, но это вот я считаю как гладкая кожа практически, да? Так, нож с прямым обухом, 130 миллиметров клинок, небольшой упор, но нож не заточен. Вот такой вот орех. Сведение здесь очень тоненькое. Поэтому тут он прям резак-резак будет. Ну, в общем, вот такой вот прямой обух. Так, 130, 29 и 3,8 обух, прямые спуски. Так, следующий вариант марлезонского балета. Вот такие вот зеленые ножны. Вот такой вот клинок. Вот капа
сувелистая фигня. Я не помню, что это за дерево, если честно. Вот, потому что эти ножи я еще собирал в июне месяце. Клинок тут тоже идет 130, линзовидный троп-поинт, прямые спуски, не заточенные, он видно хорошо, да, блестит все. Сведение здесь где-то, наверное, 0,25, 0,3, ну, примерно, я толще не делаю. Вот такой вариант. Так, следующий у нас идет, отличный от всех, со свободным съемным подвесом. Это, наверное, единственный на всей экспозиции у меня будет вот с таким подвесом, потому что как бы я не делал. Это что-то взял, сделал. Такая кожа. Такие вещи я, в принципе, делаю для тех, кто просит. Здесь линза в ноль, не заточенный пока нож, да. Тоже. Так, стоп. Это вообще сипир, это не с той оперы. Сорян. Сорян. Ну, уже показал. Ладно. Вот такие ножны, достаточно плотненькие. Темно-бордового цвета. Такая красноватая рукоять. Он тут видно блестит, не заточенный. Вот такая вот рукоять. Это ясень. Прямой дроп-поинт. Прямые спуски. Так, вот такой. Классические коричневые ножны, восковые. Самые обычные. Замечательно восстанавливаются воском. Поэтому как бы не заточенный блестит. Линзовидный дроп-поинт 125, орех 33,8, обух, тоже прямые спуски. Тут особо тоже как бы классический вариант ножа. Вот, ну уж и CPR, раз он затесался, давайте еще раз покажу. Ну, практически это 145, по-моему. Вот, красный ясень. Красный ясень. CPR, линза. Вот. Линзовидные спуски. Очень похоже CPR на PGK, я уже говорил. Различия я чуть попозже еще скажу. Вот. Но CPR режет дольше, чем PGK. Так, друзья, вот такие вот замечательные пиджакечки, самые простые ножи для как бы работы по всему и по вся. Мясо, рыба, дерево, то есть по всему будет работать. Все зависит от того, на какой угол и на какую гритность вы заточите. Так, ну более, думаю, смысла нет. Все, всем спасибо и пока.